Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Приветствую вас в проекте Joomla Sensei. И это 10 урок. Продолжаем с вами разбирать меню. Значит, переходим в админку вашего сайта. Кликаем меню, My Menu. Кликаем на кнопку создать. В этом уроке мы с вами рассмотрим еще пару видов меню. Категория та же у нас, материалы. И я хотел бы вам показать вот этот тип меню, материал, отображать отдельный материал. Может случиться так, что вам понадобится вывести на один пункт меню один материал. Это значит, что пункт меню будет вести сразу на материал, минуя категорию. Кликаем, значит, материал. Назовем, так его и назовем. Когда мы с вами выбрали тип пункта меню материал, у нас появляется новое поле «Выбор материала» ниже. Кликаем по кнопке «Выбрать», и у нас в всплывающем окне показаны все доступные материалы, которые мы с вами создали. И вы выбираете тот материал, который вам нужен. Также здесь имеется фильтр, если у вас, например, очень много материалов, там свыше 500, вы можете в фильтр забить название материала и нажать на кнопку «Искать», чтобы быстро найти ваш материал. Давайте выберем вот этот материал. Остальные настройки здесь все те же самые, разбирать не будем, что и у всех других пунктов меню. Нажимаем на кнопку «Сохранить». Обновляем страницу фронтальной части. Вот вы видите, у нас в меню появился новый пункт меню «Материал». Кликаем, и вот страница сразу попадает, видите, в полную статью материала, минуя анонс. То есть, видите, кнопки «Подробнее» нет, и миную категорию. То есть, возможно, где-то это пригодится. Вот так вот просто создается этот пункт меню. Об этом пункте меню все. И еще я хочу вам показать еще одну возможность данного меню. Опять кликаем на кнопку «Выбрать», «Материалы». Хочу вам показать вот этот вот пункт меню, список всех категорий. Отображает список всех категорий материалов. Давайте посмотрим, что это такое. Кликаем, страница обновляется, и появляется новый пункт здесь, второй, выбор категории высшего уровня. Корень, значит, будут отображаться все категории. Или можно выбрать какую-то одну. Давайте попробуем корень. Все остальное также не трогаем. Единственное, добавил здесь вкладка еще параметры категорий. Это все влияет на отображение. Здесь просто читаете, здесь все по-русски. Описание категории уровня выше. Здесь можно написать какое-то описание в этом поле. Заголовок меню оставим также материал и нажимаем «Сохранить». Кликаем на главную или обновляем страницу. Кликаем «Материал». И у нас вот такой предлагают список сделать. И видите, у нас единичка. И при наведении написано, это количество материалов данной категории. Может быть, где-то это будет нужно сделать вот так, чтобы выводились списки категорий с количеством материалов. Кликаем на любую нашу категорию, и мы попадаем в анонс статьи. Соответственно, если статей много, они будут идти вот так чередой. Заходим подробнее. Это обычная статья. Ничего сложного здесь нет. Опять заходим в это же меню, кликаем на кнопку «Выбрать», «Материалы» и список материалов категорий. Уже немножко другой тип меню. Выбираем, страница обновляется, и теперь выбор категорий, второй пункт меню меняется. Мы не можем выбрать корень, мы можем выбрать лишь какую-то одну категорию. Давайте возьмем, например, новости. Также здесь все пункты меню стандартные. Нажимаем «Сохранить». Обновляем страницу. Заходим в материал. И у нас имеется вот такой вот список категорий. Здесь имеется сортировка. И здесь показан заголовок статьи в данной категории. Показано, сколько здесь просмотров, автор, кто создал. Заходим. А здесь выглядит также обычный материал. Следующая серия уроков, которую я хочу посвятить, будет категория «Системные ссылки». Здесь тоже есть полезный, интересный материал. На этом я заканчиваю видеоурок и увидимся в следующем.
Позвольте подарить вам подарок. Если вы только начинаете свой путь с Joomla, или вы уже матерый вебмастер, вы рано или поздно задумаетесь о самом важном – это внешнее отображение вашего сайта. Другими словами, шаблоны. На просторах Рунета вы сможете просто утонуть в изобилии красивых шаблонов. Но есть большая опасность получить вирусы прямо с шаблоном, тот, который вы скачаете. Крайне нежелательно качать шаблоны с неизвестных источников. Я хорошо поработал и собрал для вас базу из 55 качественных и красивых шаблонов на любую тематику. Все шаблоны чистые, без ссылок и вредоносного кода. Гарантирую в 100%. Все шаблоны были скачаны мною лично, напрямую у разработчиков. И я все упаковал в один архив. К каждому шаблону приложил ссылку на демонстрацию шаблона. Так, чтобы вы всегда могли сначала посмотреть на шаблон во всей его красе и выбрать то, что вам понравилось. Все это я сделал для удобства. Итак, как получить все шаблоны целиком? Да очень просто. Шаблоны я отправлю на ваш email-адрес. Просто пишите в поле ваш рабочий электронный ящик и подтвердите подписку. И через несколько секунд автоматически к вам придет второе письмо с ссылкой на закачку архива с шаблонами. Желаю вам творческих успехов. С уважением, Федор Васильев.